Здравствуйте, обзор новостей спорта в эфире телеканала «Орифей Пермь». Вновь на высоте. Пермяки в очередной раз проявили себя на международных соревнованиях по самолетному спорту. В Чехии прошел чемпионат Европы по высшему пилотажу в классе «Advanced». Участвовали представители 12 стран. От нашего региона выступили Михаил Безденежных, Василий Плотников, а также Владимир Котельников. Ему удалось взять бронзу в своей категории. Это помогло сборной России занять первое место в командном зачете. Баскетбольный клуб «Парма» доукомплектовался. В Пермь перебирается Артем Яковенко. Нападающий ранее играл за «Сахалин». В среднем набирал 11 очков и делал 6 подборов. Второй новичок – это американец Трей Маклин. Форвард переходит в наш клуб из университетской команды NCAA «Чаттануга». В среднем он набирал там 13 очков за игру и делал 5 подборов. Контракты вступят в силу после прохождения медосмотра. А в выходные пермские любители футбола смогут увидеть в деле «Амкар». Наши в 7-м туре дома сыграют с питерским «Зенитом». Он, кстати, в среду играл в Лиге Европы и уступил на выезде голландскому «Утрехту» 0-1. Красно-черные тем временем имели полноценную неделю на восстановление и подготовку после игры в Краснодаре. Напомню, наши сумели заработать там одно очко. Мы провели хороший матч, сыграли, наверное, лучший матч со старта. Радует то, что последние игры стали так как-то играть более содержательно. Игра с «Зенитом» начнется в воскресенье в 17:00 вечера. У меня на этом все. Ждем развития спортивных событий.